Наконец-то! Наконец-то это произошло! Фак, Кеноби! Легос был темным владыкой ситхом, столь могущественным и мудрым, что открыл, как использовать силу для воздействия на мидихлорианы. And I want that donut! Чеснок, чтобы не заболеть. Надо кушать чеснок. Вот так. Прости, Шпилька. Я не знаю, что делать. Ничего. И я не знаю. Дарт Легос был темным владыкой ситхом, столь могущественным и мудрым, что открыл, как использовать силу для воздействия на мидихлорианы. Хороший вопрос. Я чувствую твой страх, Скайуокер. В тебе есть гнев, есть ненависть, но ты их не используешь. Я люблю тебя. Я знаю. Если тау равно нулю, чему равны собственные значения? Кто знает? Прошу. 0,23 электрон-вольта. Невозможно. Сейчас я ему помогу. Нет, у них своя работа, у нас своя. 8 умножить на 100 тысяч, получается, ты мне должен заплатить 3 миллиона. Каким же старым ты стал? То, что случилось с тобой, много хуже. У меня тут в нычке вареные яички, хлебушек, консервы, конечно, курагриль, маслята и лисички, килограмм клубнички, сосиски, колбаса и минералочки, бутыль. Как ты до этого додумался? Будет разумнее сдаться. Да. Пожалуй. Я сейчас свежой, небритый, пьяный. На всех существует тебя. Зачем ты пришел в мои гробницы, джедай? Учиться. Ты знаешь, кто я? Да, Дарт Бейн, древний лорд ситхов ты. Тебя. С каких пор ты стала доброй? Не оскорбляй меня. О, какая отрада для глаз.
оскорбляю тебя. С каких пор ты стала доброй? Не оскорбляй меня. О, какая отрада для глаз. Если ты так всесилен, зачем убегать? Темная сторона силы открывает путь к таким способностям, которые кое-кто считает неестественными. Ну, привет. Генерал Кеноби. Да вы в грязный чат. In the night, saying prayers in the streetlight. Ты позволил этому темному владыке смутить твой рассудок, и сейчас... И сейчас ты стал как раз тем, что поклялся уничтожить. Я разочаровал вас. Я недостаточно ценил ваше наставление. Я был заносчив. Прошу прощения. Ты ее у меня не отнимешь! Твой гнев и твоя жажда власти отняли ее у тебя. Ты должен чувствовать силу вокруг себя. Она между тобой, мной, травой, камнем, везде. Да. Ты сам виноват. Это был такой воспитательный момент. И он пошел на пользу, подхлестнул тебя, да? Согласен? Согласись? Я... Конечно. Да. Вот он. Он еще жив. Довек, паук. Как? Я человек, паук. Сила — это то, что питает джедая. Это энергетическое поле, создающее все живое. Оно окружает и пронизывает нас, связывает галактику вместе. Кавалерия прибыла! Силен? Зачем убегать? Грогу. Грогу? Ты не можешь прятаться вечно, Люк. Предсказали, что ты будешь тут. Наша долгожданная встреча наконец-то наступила. Рад встрече, мальчик мой. А как я рад, Отто. Ты стал совсем взрослым. Как живешь? Побеждаю лень. Ну, привет.